Премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил работы по благоустройству в Приморье. Губернатор Приморья Олег Кожемяка представил ему павильон края на Всероссийском форуме благоустройства, развития малых городов и исторических поселений. По словам Олега Кожемяка, сегодня темп развития Приморья предопределяет нацпроект «Жилье и комфортная среда». Это главный вектор движения вперед. Для создания комфортной среды за последние 3 года благоустроено более 380 общественных пространств и около 2000 площадок. Кроме того, в этом году более 200 000 приморцев приняли участие в голосовании за новые парки и скверы. Особое внимание правительство края сейчас уделяет и организации территориального общественного самоуправления. Мы сейчас увидели потребность людей и пошли в организацию территории общественного самоуправления, где сами жители посредством наших грантов сами создают себе площадки, скверики, там обустройство, там план таких малых быстрых побед. Они лучше это сберегают. Мы направляем на это 280 миллионов, уже порядка 280 таких проектов. Ну и, соответственно, растет качество городской среды. Михаил Мишустин подчеркнул, что благодаря продуманному подходу к мастер-планированию, где пространства меняются по желанию людей, создается комфортная городская среда. Прекрасный у нас город, Приморский край, вообще очень красивый. И, конечно, именно подход мастер-планирования, продуманный подход, где по желанию людей изменяется пространство, создается комфортная городская среда, это самое главное. Это еще и серьезно действует на возможности инвесторов привлечь средства в развитие туризма. Вот сегодня мы видели целый ряд инвесторов, которые показали ряд проектов. Ну и, конечно, общее вот такое настроение создания замечательной, комфортной среды, не только городской, вообще, для того, чтобы было аккуратно, красиво и комфортно, это привлечет сюда и инвесторов, и людей. Еще краше станет и Приморский край, и Дальневосточный федеральный округ. Спасибо, друзья. Спасибо.